Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Дмитрий Фигений, директор по развитию компании Vodcom. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания, какие интересные кейсы вы имеете? Компания Vodcom 20 лет на рынке, развивая систему подсчета посетителей. По сути, мы первая компания, которая научили ритейл считать конверсию, изучать ее, понимать поведение наших посетителей для того, чтобы делать бизнес более эффективным и более прибыльным. Сейчас мы представляем новый продукт на российском рынке. В январе этого года мы запартнерились с компанией Retail Next. Это американский бренд, который занимается именно in-store аналитикой, глубинной аналитикой поведения наших посетителей, покупателей внутри торгового пространства. И с данной технологией мы сейчас выходим на российский рынок и пытаемся научить наших партнеров, это торговые сети, более глубинно изучать поведение наших покупателей для того, чтобы доносить им более качественный сервис и помогать им делать правильный выбор. Расскажите, можно назвать сайт, назвать, может быть, у вас есть место, ваш стенд, где можно получше как бы рассказать, расспросить вас о вашем продукте, где вы ответите на все вопросы. Мы ответим на все вопросы, которые, возможно, возникнут на втором этаже напротив зала Атриум. Также можно пройти по ссылке retailnext.ru, где очень подробно о продукте описано там вкратце лендинг-пейдж, по сути. Интересный продукт, который поможет всем ритейлерам, я так понимаю, и заработать больше, и снизить какие-то затраты на какие-то вещи. Да, в первую очередь продукт, это не просто мы считаем людей. Сейчас мы можем работать со всеми аспектами бизнеса, такие как мерчендайзинг, такие как безопасность, развитие, потому что IT, они всегда развиваются, им нужны новые технологии. Очень важные моменты есть для маркетинга, интересно, что посмотреть. Также для HR, управления кадрами. То есть мы можем сейчас не просто посчитать, сколько людей зашли в торговую площадь, мы можем отделить посетителей от покупателей, мы можем видеть точки соприкосновения продавца и посетителя, продавца и покупателя, отследить успешный путь покупки и также работать с витринистикой, помогать маркетингу создавать более правильную навигацию внутри торгового пространства. И все это в одной платформе, все это в одном устройстве, все это для бизнеса. Ну и по поводу предотвращения затрат, правильно отметили, да, мы можем помочь службе безопасности магазинов правильно реагировать на моменты, которые происходят на кассах, конфликтные ситуации, как с этим работать, сократить затраты на оснащение видеонаблюдения внутри магазинов. То есть, да, это продукт, по сути, для бизнеса, который позволяет больше зарабатывать и меньше тратить на пропажи, там, кражи. Спасибо большое. Я надеюсь, наша выставка поможет вам найти интересных клиентов, а в свою очередь ритейлерам поможет выйти на новый уровень. Спасибо вам большое. Спасибо большое.